Я вас приветствую и сразу хочу сказать, что с итальянскими фильмами ужасов я знаком плохо. Мне довелось посмотреть буквально два фильма из этой категории, или три, если считать демонов. Первый – это «О смерти, о любви» или «Кладбищенский мужик», который, по моему скромному мнению, просто шедевр и заслуживает культовости наравне с какими-нибудь зловещими мертвецами. Я даже в начале своего пути на ютубе сделал быстрый совет по этому фильму. А второй – это «Водолей», того же режиссера, даже не зная, почему именно он. Наверное, потому что я тоже водолей. И в отличие от первого фильма, этот, опять-таки, по моему скромному мнению... Не очень! Ну а демоны. Демонов я частенько встречаю в интернете, поэтому... Хотя нет. Демонов я решил посмотреть из-за обилия положительных отзывов лет в 20, но не смог из-за вот этого вот фрагмента. Кто смотрел, я думаю, поймет. Досмотреть же его я решился только когда узнал, что там снимается сам Терл Кэббот. Ну, то есть Урбана Барберини, актер, исполнивший роли Терла Кэббота в двух фильмах про него, на которые, кстати, у меня есть обзоры. И после просмотра я как-то не понял, откуда столько хвалебных отзывов и народной любви, поэтому... Демоны. Начинается же фильм с офигенной музычки. В фильме снимались Урбана Барберини, Наташа Хавей. И я это говорю без иронии. Многие отмечали хорошее музыкальное оформление, чего я не стану оспаривать. И под эту музычку фильм показывает нам, что скромность и природная красота выигрывают у моды, трендов и прочего пиздеца. И даже эти милые старушки вызывают у меня больше Вдруг девушка затылком замечает в стекле отражение Кано и из всех сил начинает изображать тревогу, а по прибытии на станцию, как типичный Homo черепахус, она остается одна во всем метро. Фильм усиленно нагнетает атмосферу, чтобы потом... Блин, вроде бы фильм ужасов, но почему мне хочется плясать, как будто мне снова 10, и я слушаю... В общем, девушку догоняет Кана и дает ей... И такой, сходи без меня, я уже смотрел, а потом приезжай ко мне, я согрею постельку. Мужик, ты забыл очки крутости? На, вот так, вот, на затылок. Тоже вроде ничего. Но потом выясняется, что это просто элитный промоутер. Скажите, вы так одеты для раскрутки фильма? Нет, для раскрутки тёлочек. Деваха выпрашивает еще один билетик для подруги. Посмотри, что мне дали. Разве у фильма нет названия? Нет. Может, это тайная премьера? Знаешь, когда показывают фильм, чтобы посмотреть на реакцию публики? Охуенный фильм. Надо сходить еще раз. Давай пойдем в кино и забудем про миссис Бакклс. И, конечно же, нет совершенно никакой необходимости рассказать о том, как выглядел промоутер. А вдруг это фильм ужасов? Ты же знаешь, я их ненавижу. А я не люблю пропускать сначала. Да, я тоже нервничаю, когда не успеваю на трейлеры. Почему я этого не замечала? Ты никогда ничего не замечаешь. Не начинай, Рэй. У нас же сегодня годовщина. Эх, Мерида, на что ты променяла лук и стрелы? Классный мотоцикл. Просто потрясающий, просто потрясающий. В этой инсталляции все прекрасно. Ее можно использовать в случае вторжения демонов. Отдавай наши деньги. Кевин? Кевин! К сожалению, нет. Это было бы слишком круто. Во-первых, героя Урбана зовут Джордж, а во-вторых, не Кевин, а Кен. Короче, тот ужасный промоутер отрабатывает свои деньги на все 100. И на премьеру зрители валят нескончаемым потоком. Кто-то даже приходит в своих 3D-очках. Хотя фильм преподносит это так, как будто мужик слепой. Но разве слепые ходят в кинотеатры? Лиз. Да, Бернард. Не прикасайся к ней. Не прикасайся к чему? Здесь. Вот к этому. Слишком много людей. Что ж, ее можно простить. Фильм «Предостережение» выйдет значительно позже. Что это было? Ты порезалась? Так, когда брилась. Привет. Привет. Трах-трах, сосать-сосать. А у вас в билетах указаны эти места? Нет. У нас сперматоксикоз. Блин, неужели он еще не понял, что фильм не в 3D?
В общем, показ начинается. Когда мы сейчас ехали, я заметила в поле какие-то верхушки замка. Блин, это просто ужас какой-то, вы посмотрите. Блин, издалека, вот со стороны дороги, это выглядело как какой-то, знаете, как архитектурный замок. Сэл, смотри. Здесь что-то написано. Согласно легенде, здесь был похоронен Нострадамус. Он был предсказателем, пророк из 16 века. По-любому хороший фильм. Мне уже нравится. Наверное, он про то, как их съедят нахер комары. Просто летучая мышь. Что происходит в лес? Видимо, он все же слепой. Они полезли в склеп. Там темно. Слепой он, а мне жалко лис. Та дыра, через которую мы прошли, образовалась лишь сегодня утром. А, нет. С Лиз все в порядке, она теперь в надежных руках. Костей нет. Только старая книга и что-то завернутое в материю. Что там написано? Да как бы нифига, пустые страницы. Тут выясняется, что парень тоже порезался во время бритья, и его рана начала кровоточить. Негритянка по той же причине идет в уборную. И так как брилась она, скорее всего, бритвой своего парня, которой он бреет ноги и яйца, порез начинает гноиться. В показываемом фильме творится какая-то увлекательная дичь. Помогите мне кто-нибудь! Сюжет явно блещет оригинальностью. Подруга негритянки теряет интерес и тоже идет в туалет. Но в туалете, как говорится... Занято нахуй! В итоге она получает хорошую такую царапку, наподобие той, что получаешь ты, когда в игре с котом заходишь слишком далеко. В фильме тем временем какой-то коллега пытается разрезать палатку ножом, но у него это получается так долго и плохо, как будто он держит нож ртом. Ну серьезно, такое ощущение, что он сейчас еще немного порежет и уйдет на перекур, а потом вернется и продолжит. Но просмотр фильма прерывает поцарапанная деваха. Недолго думая, она тоже начинает превращаться. И именно на этом месте я прекратил первую попытку посмотреть этот фильм. Потому что выглядит это все крайне омерзительно. Даже не знаю почему. Например, нечто не вызывает у меня отвращения, а сцены перевоплощений и убийств в этом фильме доводят до тошноты. Короче, начинается движуха. Где-то за кулисами негритянка связывает крепкими узами Лиз и ее любовника, после чего очень изобретательно вывешивает любовника посреди зрительного зала. Ведь по лицу видно, что это существо любит совершать изобретательные убийства. После чего оно добирается до слепого и лишает его глаз и вообще... Зрители пытаются спешно покинуть кинотеатр, как поклонники Марвел, попавшие на Лигу Справедливости. Но оказывается, что они замурованы, как электрические свиньи, ну или заперты, как посетители стрип-бара «Веселые сиськи». Сделай что-нибудь! Сделай! Должно же быть этому объяснение! Какое божественное выражение эмоций. Тихо, тихо, замолчите! Давайте найдем запасной выход. Поэтому быстренько разбежались все кто куда и умерли поодиночке. Как эта любопытная Варвара, которой волосы оторвали. Кэббот и Джонни Депп становятся свидетелями процедуры скальпирования. И при поддержке негра, любящего тишину, они запирают демона. Знаешь, я не думал, что у нас получится. Умейте ко всему относиться с юмором, даже если у вас на глазах происходит такое. Это все фильм. Она права. Розмари надела маску и поцарапалась. Из-за этой царапины она стала демоном. Инструментом зла. Ты игрушка дьявола, во-первых. Так было сказано в фильме. Мы должны остановить фильм. Бля, логика. Где проекторная? Наверху, рядом с галереей. Так, все идем наверх. У меня бы к ней было больше вопросов. Она же здесь работает. Хотя, может быть, у меня к ней, в отличие от них, такое предвзятое отношение, потому что я видел это. Да из всего этого можно сделать вывод, что она главный демон. У нее еще и выражение лица такое, как будто тут каждый сеанс так заканчивается.
Хана! Хана! Я потерял свою девушку! Я точно не твоя девушка. Вот что значит увлекся поиском запасного выхода. Открывай! Открывай! Можно пролезть через окошко. В этом нет необходимости. Сила есть, ключа не надо. Еще одна дверь. Помогите мне. Мужик, может быть, ты еще потренишься на дверях, а потом проломишь бетонную стену? Пусто, как я и говорил. Громите все. Разрушайте. Где фильм? Чё за хуйня? Внезапно действие переносится в машину к каким-то панкам. Давайте в следующий раз украдем Феррари. У этой машины нет стиля. Как и у тебя. В общем-то, это все. Дело не в фильме. Дело в кинотеатре. Это кинотеатр убивает. Надо же, он все еще живой. Слепому выцарапали глаза, а он этого даже и не заметил. Здесь труп. Помогите мне кинуть ее в печь. В печь? Черномазый, ты что ли фашист? И о какой печи идет речь? Вы же в кинотеатре. Готов? О, рандом сработал. Просто не совсем понятно, по какому принципу здесь превращаются в демонов. Пока вы учитесь в своих школах и институтах, кто-то учится делать так. Учитесь только тому, что поможет вам в борьбе с демонами. Я бы не смог с этим жить. Действие снова переносится к панкам. Это дерьмо разбудит и мертвого. Опять все. Выдерните сиденье, сделаем баррикаду. По всей видимости, блатной негр решает возглавить выживших в борьбе с демонами, но... Делайте вот так. Затем каким-то образом на него нападает еще и висельник. Они благополучно переваливаются через край. Умей правильно зависать в кинотеатре. Пилите, что ли, пилите! Кудрявые таки воссоединяются. Нас опять кидают к этим гребаным панкам. Моя очередь. Научись хорошим манерам, дерьмо несчастное. Этот порошок слишком хорош для тебя, придурок. Какого черта? Что с вами происходит? Мы обдолбанные наркоманы. Все. Зрители в кинотеатре продолжают баррикадироваться. Наркоманы собирают просыпанный кокаин. Зрители ломают стену. Наркоманы нюхают собранный кокаин. Значит ли это, что наркотики лучше фильмов? Да не, наркотики с торрентов не скачаешь. В общем, они проламывают стену и попадают в заброшенную часть кинотеатра, по всей видимости, где... Везде стены. Тише, Шерил, криками тут не поможешь. Мы здесь все умрем. Прекратите кричать. И они опять собираются в зрительном зале. Тем временем наркоманов уже одолевают свои демоны в лице полицейских. Стойте, или я буду стрелять. Подожди, им некуда бежать. Но в тупике вдруг открывается дверь. Ну, то есть, не нарики ее открывают, а она сама открывается, как бы приглашая их войти. Они входят, и кто-то выходит, как бы оправдывая их присутствие в фильме. Но дверь открылась сама, и нарики тут ни при чем. Эй, парень. Типа, таким образом эпидемия вырывается наружу. Наркоманы, побродив по кинотеатру, принимают гениальное решение открыть явно неспроста закрытую дверь. Лохматая, походу, впервые в жизни сталкивается с зеркалом, а потому, пользуясь случаем, хочет привести себя в порядок. Но без помощи стилиста тут не обойтись. Демоны к этому времени сбиваются в кучу и дают хорошенечко просраться людишкам. И что странно, достается даже бабе в зеленом. Сюжетная линия наркоманов, такая важная для фильма, заканчивается. Сбежать удается только Кэбботу с друзьями. Кэти решает вздремнуть, а проснувшись, она испытывает те же ощущения, что и каждый после дневного сна. Где я? Что это за место?
Что вы? Естественно, она превращается в демона, но Джонни Депп дает ей пизды. Далее из ее спины вылазит... Ридли, нехорошо так делать. В общем, из ее спины вылазит какой-то черт, царапает Джонни и сваливает на хутор близ Диканьки. Кэббот, рискуя порвать лицевые мышцы, демонстрирует наярчайшие эмоции. Но в итоге ему все же приходится зарубить своего друга, мечом, который вполне себе настоящий, как и мотоцикл, к слову. Странно, что самурай не настоящий. Наверное, потому что в противном случае он бы не отдал ни меч, ни мотоцикл. Но не суть, ведь пришло время самой веселухи. Кэббот... Ладно, Джордж, оседлав мотоцикл и прихватив с собой меч, начинает как средневековый рыцарь на коне рубить направо и налево атакующих его демонов. Еще больше драйва и безумия этому зрелищу придает бодрейший хэви-метал. И от вида происходящего на экране хочется верещать от восторга. Жаль только, что постановка сего действия выглядит на сегодняшний момент уже как-то не очень. Но как бы там ни было, Джордж, сделав пару кружков по зрительному залу, вырубает всех демонов в нем находящихся и такой... Нет, еще пока не свобода. Далее, фильм, порадовавший нас удивительным мотофристайлом, роняет на кинотеатр, как на торт, вишенку в виде вертолета. И зритель такой... О боже мой, этот фильм набирает обороты быстрее, чем Доминик Торетто, ускоряющийся задним ходом. Что же будет дальше? А дальше Джордж выкидывает из вертолета волшебника, заводит вертолет и случайно убивает демонов. Потому что это не было похоже на сработавший план. Нам нужно подняться наверх. В вертолете как раз завалялся гарпун. Воспользовавшись гарпуном, парочка выбирается наружу, где их уже поджидает промоутер. Но ему невдомек, что нечистой силе лучше не связываться с парнями в рваных рубашках, тем более если это она виновата в порче рубашки. Поэтому голова промоутера оказывается насажена на арматуру, как чупа-чупс. К сожалению, на этом все не заканчивается, и наших героев ждет неприятный сюрприз. Да, демоническая эпидемия уже охватила весь город, если не весь мир, чё мелочиться. У нее ведь было на это чуть больше 20 минут. По крайней мере, столько времени прошло от этого момента. Сладкая парочка бежит, куда глаза глядят. Хотя правильнее было бы остаться в кинотеатре, ведь там уж точно нету демонов. Но вдруг их подбирает какой-то семейный подряд по уничтожению демонов. Джон справа. Ограбивший Джона Матрикса накануне. На полу есть оружие. Курт. И на этой ноте, когда ты, разгоряченный, уже приготовился увидеть еще больше пиздеца, фильм заканчивается. Куда мы едем? Туда, где каждый бреется своей бритвой. Что ж, фильм вышел в 85-м году, и в то время, наверное, действительно производил хорошее впечатление. И если бы я его посмотрел, будучи мелким пиздюком, то, возможно, стал бы пристальнее следить за карьерой Урбана Барберини, посмотрел бы намного раньше «Гор» и никогда бы не назвал свой канал так, как я его назвал. Сейчас же постановка экшона и актерская игра выглядят сомнительно. Это может показаться слабой претензией, но в то же время есть множество фильмов тех лет, которые до сих пор смотрятся бодро. Главное же, что лично мне в «Демонах» не понравилось и вызвало желание выключить фильм, так это грим. Какой-то он уж слишком мерзкий. Гримеры, конечно, молодцы, но, как по мне, они перестарались. Но, может быть, это особенности моего восприятия. Справедливости ради стоит отметить, что при повторном просмотре я в некоторых моментах находился в неподдельном напряжении, несмотря на то, что знал, чем все закончится. И как мне кажется, это все благодаря главным героям, за которых хочется переживать. Хоть ты о них по сути ничегошеньки не знаешь. Ты просто, глядя на них, веришь в то, что они переводят бабушек через дорогу и получают пятерки в институте. И несмотря на короткий хронометраж, фильм успевает незаметно запустить химическую реакцию между этими двумя и показать эволюцию Джорджа из парня в рубашке в парня в рваной рубашке, что бы это ни значило. Жаль, конечно, что фильм обрывается на самом интересном, но у него есть продолжение. И если вас интересует обзор второй части, то постарайтесь, чтобы за 3 дня это видео набрало не меньше 25 тысяч лайков. А также пишите в комментариях, как вас
Мама в детстве называла. И не забывайте подписываться на мой живой канал. Ссылка на него в описании. Пока-пока.